Слушай, я как раз сегодня хотел обсудить женский вопрос, войну полов, 8 марта, вот у меня прям сегодня настроение это было. Ну отлично, давай вот на расслабление. Просто, понимаешь, у меня вот в друзьях ВКонтакте много националистов, да, и вот каждое 8 марта у меня во френд-ленте одно и то же, сука. Жидовка Клара Цеткин, блядь, собрала проституток 8 марта, блядь. Ну да, это факт. Бабы, бляди все. И вот это из года в год, блин, как мне это уже надоело, блядь. А, это вопрос круга общения. Вот, понимаешь, опять же, это даже не столько, как бы, как тебе сказать. Это как раз та самая социальная проблема, которая сейчас встает перед людьми максимально остро. Нормальное человеческое общество, вот, оно базируется на определенных ценностях. Да? То есть всегда есть определенные ценности в нормальном человеческом обществе. И взаимоотношения мужчины и женщины – это как раз одна из базовых ценностей. И ты от этого никуда не денешься. Mm-hmm. Вот. И, соответственно, вот этот вот один из базисов, да, то есть взаимоотношения мужчин и женщин, построение семьи и так далее, он на чем базируется? Он базируется на том, что мужчина в обществе имеет больше возможностей реализоваться, он имеет больше времени для того, чтобы реализоваться, да, потому что у женщины вообще-то как бы дом, семья, дети, это отнимает время, понимаешь? Mm. Вот. И, соответственно, у мужчины появляется больше времени и возможностей для того, чтобы реализоваться в обществе. То есть общественная реализация, достижение каких-то результатов и, соответственно, в нормальном обществе мужчина всегда воспринимается как глава семьи, как кормилец, да, как кормилец, как добытчик. Он зарабатывает деньги, статус семьи, вот, и далее по списку. А сейчас мы живем в извращенном обществе, да? Даже, ну, это сложно назвать извращенным, потому что, ну, это проходили уже много раз в истории человечества. Вот, мы живем просто на последней степени деградации общества. То есть фактически вот на данном этапе мы живем в полностью рабском обществе. То есть общество вот очень четко поделено на три категории. Большинство это рабы, абсолютно бесправные, замордованные, либо бедные, либо нищие. Это касается и мужчин, и женщин. Соответственно, где-то процентов 30 общества это халуи разной степени тяжести. И очень маленькая вершинка – это вот рабовладелец. Понимаешь? Угу. Ну вот. Вот это как раз крайняя степень деградации общества. Это именно рабское общество. Это рабский культурный формат, который порождает вот эти вот все, как вот ты говоришь, да? Вот всю вот эту писятину в соцсетях. Угу. Простой же человек, он не способен понять причины того, что происходит вокруг него. Он просто не знает, у него нет этой информации. Поэтому он обвиняет того, кто вот рядом, понимаешь? Того, кто в свободном доступе. Отсюда вот это вот отношение мужчин к женщинам. Вот, оно именно вот отсюда базируется. Вот, оно, понимаешь, оно ведь не беспочвенное. Да? То есть оно ведь не просто так у людей возникает. Вот... Сейчас вот очень модно, например, там на Ютубе, даже мне попадалось, хотя я этими вещами не интересуюсь, да, то есть вот эти вот типа мини-интервью берут у девочек на улице. Ни разу не видел? Да, видел. Ну вот. Вот эти вот мини-интервью, вот, они дают очень четкую картину, как вот молодые женщины относятся к обществу, к мужчинам, к своей жизни, да, это чисто потребительское отношение, понимаешь? Да. То есть есть некий стандарт потребления, и вот любой ценой надо ему соответствовать, и все. Именно так. То есть в данном случае это чисто потребительское отношение. То есть человек, вот молодая женщина, она не воспринимает себя как человека, как личность, как самостоятельную фигуру, да? Она воспринимает себя исключительно как товар, который надо продать подороже. Понимаешь? Да. То есть она себя оценивает как товар, да, то есть это не свободный человек, это рабыня.
И, соответственно, она ищет возможности продать себя подороже тому, кто готов за это заплатить. Вот и все. То есть в данном случае говорить о том, что вот у нее там мышление разумного, свободного человека нельзя. Это не свободный, не разумный человек. Вот это вот безмозглая рабыня, двуногое говорящее животное, которое можно просто купить. Притом купить очень дешево. Ну да, вот. Так а по большому счету и мужчины далеко ушли, как бы там то же самое. А вот здесь ты абсолютно прав. Здесь ты абсолютно прав. Дело в том, что и если ты берешь вот этих вот молодых мужчин, они такие же. Они точно такие же. То есть человек, он себя не оценивает как свободную личность, да, как самостоятельную личность. Вот. Он себя оценивает исключительно как товар. Только он, извини за выражение, не дыру продает. Один раз не... Второй раз как первый раз, да. В данном случае ты, кстати, абсолютно прав. Вот, какая-то часть уже готовые дыры продавать и все что угодно, да? То есть вот, я сам сколько раз с этим сталкивался, да, вот когда молодежь открыто говорит о том, что я бы вот не отказался бы там от какой-нибудь богатой курицы, которая меня будет содержать, вот, и я буду счастлив. Вот ты на него вот так вот смотришь, да, то есть вот для меня, для человека, вот... моего возраста, то есть вот мне 45 лет, я на него смотрю, мне это дико. Мне это дико просто. Да сколько надо выпить-то? Ну, мы с тобой столько не выпьем, Андрюх, это точно. Тут, понимаешь, вопрос не выпить, тут вопрос сможешь, не сможешь. Если сможешь, можно и не пить. В данном случае, да. Чтобы смочь, надо выпить. Нет, ты пойми, то, что... Мишка очень правильно говорит. Понимаешь, это внутреннее состояние человека. То есть вот он либо готов продаваться, да? Готов продаваться, там, я не знаю, там, за красивые тряпки, за какие-то возможности там и так далее. Да, то есть он не оценивает себя как личность. Он оценивает себя как товар. Да, то есть, ну это раб. Это вот двуногое говорящее животное, которое можно купить. Купить просто за деньги. Сын шоу Малахова. Ты пойми, что к Малахову ходят люди с психическими отклонениями. А вот эти вот ребята, да, это не психическое отклонение. Это результат современной культуры. Понимаешь, это результат общего фона. Это, скажем так, результат социальной инженерии в каком-то смысле. Вот этот момент, он на самом деле очень простой. Да, то есть вот мы все-таки как бы, как это сказать, вот как ни крути, а вот мы все трое, нас можно назвать, скажем так, продуктом совка, да, то есть мы еще получили совковое воспитание, как ни крути. То есть мы продукт совка, вот мы результат вот этой вот советской социальной инженерии. У нас есть определенные понятия о чести, о достоинстве. И мы стараемся их нести через всю свою жизнь. Люди, которые родились и выросли при Путине, они другие. Они другие. Они живут в другой системе ценностей. Вот эта система ценностей, она не предполагает человеческих качеств. То есть вот им с самого детства... весь вот информационный фон, который их окружал, да, то есть там школа, вот эти вот там сериалы по телевизору, фильмы, которые они смотрели, поведение родителей, да, вот поведение родителей, поведение взрослых, вот, оно им вот открытым текстом говорит, то, что они живут в обществе рабов, да, то есть они живут в рабском обществе. Вот. И, соответственно, лучшее положение достигают те, кто выгодно умеет себя продать. Да? То есть, вот выгодно быть эффективным рабом. Понимаешь? А, да. Вот. Вот они вот в таком мире выросли.
И в данном случае вот они либо принимают вот эти вот правила игры, да? То есть вот подавляющее большинство людей, они просто принимают вот этот вот культурный формат, который в обществе господствует. И смиряются вот с этим, да, то есть они становятся хорошими рабами. И, соответственно, небольшая часть тех, кто способен думать собственной головой, таких людей всегда мало. Но они тоже есть. Вот эта вот небольшая часть, она отказывается принимать вот эти ценности, потому что они не человеческие. То есть они не хотят становиться вот этими двуногими говорящими животными, они не хотят становиться живым товаром, они не хотят становиться скотом. И в данном случае у этих людей только две стратегии. Да? То есть либо уезжать из страны, именно уезжать из страны, потому что вот в этой стране они для себя будущего не видят, они не хотят быть рабами, не хотят быть надсмотрщиками. Либо, соответственно, пытаться как-то изменить ситуацию здесь. А на данный момент инструментов для того, чтобы как-то изменить ситуацию, их пока нет. Поговорка «в рот не возьму, в жопу не дам» стремительно теряет свою популярность. Ну, Андрюх, ты понимаешь, вот если ты посмотришь количество вот этих вот... ребят с сексуальными отклонениями в нашей власти, да? То она уже очень давно потеряла свою актуальность. Жириновский, Герман Греф. Ну да, то есть вот Герман Греф, он же ведь открытый пассивный пидорас, да? Соответственно, у него даже погонял там среди своих тети Гера. Жириновский там в открытую там вот этого своего любимого петуха из гарема притащил там в Госдуму, устроил депутат. Это тоже, понимаешь, то есть вот это вот плевок в общество, да? То есть, ну, для нормального человека, вот для нормального, адекватного человека это выглядит как плевок в общество. А для тех, кто вырос вот в этой вот современной культуре и воспринимает ее как норму, вот. Это выглядит как пример для прямого копирования. Понимаешь? Да, да. То есть можно, блин, долбиться в жопу, да, главное вот найти такого вот хорошего петуха, как Жириновский, блин, который тебя будет топтать и затащит в Госдуму. Это, блин, построение карьеры. Да, ты перестаешь быть человеком, но ты зато вот в этом обществе востребован. Понимаешь? Да, древнеримская пословица «деньги не пахнут» приобретает иной смысл. Когда там начинают вытаскивать там какой-нибудь, там Навальный там вытаскивал там грязное белье там вот этого Костина, то, что он там какую-то любовницу содержит очень красиво, вот, я наоборот порадовался. Ну хоть один, блядь, нормальный человек нахуй в этом зоопарке есть, который баб ебет. Шойгу тоже вот вроде натурал. Ну это только вот в моде, по-моему. Да, не, ну он протаскивает этих генеральш там этих, которым 30 лет. Ну так это шлюхи генеральш, что они могут быть для, скажем так, общения с другими людьми. А чем он сам интересуется, там не угадаешь. Как говорила одна моя подруга, у человека бисексуальной ориентации в два раза больше шансов весело провести выходные. Вот у нее как раз именно так. Опять же, это в два раза больше шансов хорошо построить карьеру. Да? Точно. Именно так. То есть в данном случае это как раз вот то, о чем я говорил. Да? То есть вот вырождение общества, вот это третье поколение, оно состоит из шнырей. Да? То есть вот третье поколение власти, оно формируется в результате отрицательной селекции. То есть из хороших шнырей. А хороший шнырь, он должен уметь, соответственно, и хуй отсосать, и жопу дать, вот, и все, что надо. Да? То есть это хороший шнырь. То есть он служит своему хозяину так, как сказали. То есть это, ну, нормально абсолютно. Для них это нормальная постановка вопроса. Блин, вот тут тоже надо понимать, да, то, что вот они не плохие, не хорошие. Вот. Они результат вот той вот социальной среды, в которой они сформировались.
Понимаешь? Это именно вот результат социальной среды. Ну, можно назвать то, что им повезло родиться вот в этом вот в довольно высоком сословии. И они получили власть по наследству. Можно сказать, что не повезло. Ну, то есть вот эти вот вещи, они, как тебе сказать, везение, оно всегда имеет две стороны медали. Сегодня тебе повезло, завтра нет.